Ребят, всем привет. Что-то у меня сегодня программа не работает. Не знаю, как будет звук. Наушники здесь, если что. Сегодня у меня вот такая тарелочка. Здесь у меня печеньки. Помните, я там 1000 лет назад их делала. И на фане. Немножко погрызем. Волос какой-то. Вчера снимала видео. Почему-то у меня опять не сохранилось. Со снежком, с плиткой. Плитка снежка была в глине кембрийской. Но не сохранилась. Ладно, я наелась вчера, и поэтому в следующий раз снимем. Давайте начнем с Нафани. Не знаю, как будет звук без программы. Кому не надо, можете не смотреть. Нафаня мой любимчик. Хочу заказать Миши Милова. Нафаню плиточками такими небольшими. Все равно Нафаня, я его ложила в пакет Севрюкова, все равно он отдает у меня бензина. Так наша почта работает. Неизвестно, как он ехал этот Нафаня у меня. Но вкус бензина все еще присутствует. Этот кусок прямо сильно бензином пахнет. Намочила. Ну,
До конца крупиночка хрустящая. Очень сильно бензином отдает, больше не буду его есть. Закажу у Миши. Кошка носится. Минутку. Ну ладно, бог с ним. Давайте попробуем наши печенюшки. Здесь у меня из глины Туркестан. А меловая крошка, а сверху это песчанка. Кошки гремят там. Слушай, трой безумно. Кошки с ума сходят. Безумно залипучие. Конечно, залипает все. Но вкус очень классный. Такой вкус вот именно пыли. Вот после дождя прибитая прям пыли. Ну все, как жвачка. Все залепило. Вот так. У меня времени мало. Вот. Поэтому сегодня такое коротенькое видео.
Завтра, говорят, YouTube отключат. Не знаю, будем надеяться на лучшее. Вот. Если что, может быть, ссылку оставлю на Telegram, чтобы нам с вами не потеряться. Всем хорошего вечера, дня, утра у кого. Пока-пока.